Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Амайн, с вами я, Амайн, и сегодня мы будем продолжать нашу всеми любимую рубрику «Строй дом из игры Granny Chapter 2 в Майнкрафте». Блин, я опять снимаю себя и смотрю сюда, по старой привычке. Блин, как это бесит вообще. Ой, ладно, давайте, ребята, мы продолжаем с вами. На чем мы остановились? На том, что мы вот сделали вот это вот все. Да. Ой, вот знаете, мне на компьютере вообще неудобно записывать. По какой причине, ну, типа, не знаю. Просто, ну, неудобно, на телефоне проще. Так, ладно, что мы хотели с вами сделать? Ну, по факту мы ничего с вами не хотели сделать, мы просто хотели... Будем обустраивать первый этаж, короче. Так, предлагаю кое-что здесь сделать, потому что некая ошибка была совершена, и это плохо. У нас... А я не помню, что у нас используется. У нас ель. Так. Да, у нас ель. Или... Подождите. Я что-то... Я не врублюсь. Просто дело в том, что... Ну вот, мы там типа спускаемся, ла-ла, и... Я опять с размерами не угадал, поэтому... Ой, давайте сейчас мы... Начну... Ё-моё. Как я устал. Честно. Вот этот вот график записи видео, он очень утомляет. Вот я серьезно говорю. Ладно, окей, как сделали, так сделали. Я предлагаю вам переместиться в Гренни и посмотреть, что как там, и примерно прикинуть по блокам. Ребята, все, мы в Гренни. Наконец-таки. Это очень странно. Короче, ладно. Я считаю, что мы будем строить все вот так вот по кругу. Ну, допустим, мы предполагаем здесь вот так вот, типа блок раз... Блок 2. Ну, допустим, здесь у нас будет 3 блока и такая же палка, как была вот там. Вот пальцем, блин, показываю. Блин, почему все так трудно? Ладно, давайте вот продолжаем, как говорится. Так. Нам нужно найти вот эту вот штуку. А как она называется, я не помню. Ну, по факту это забор, да? Книжная полка. Вот, да-да-да. Какая-то ель. Она же, да? Да, это она, короче. Как мы там отчитали, типа, 3 блока? 1, 2, 3. И вот тут мы начинаем вот это. Ну, как видите, палка готова. И также... У нас же как бы ровно было вот так. Теперь нам нужно понять, каким будет проход. И какие там будут стены. Поэтому мы перемещаемся в Гренни. Так. Поскольку мы делаем все по кругу... Ну, стены, я как понял, здесь немного различаются в каждой комнате. И... Вот так-то могу. Стены, короче... разные, и просто не могу сказать ничего другого. А, ну, давайте здесь вот получается все из этих балочек. Значит, верхний слой балки, и здесь тоже такие балки. Они будут где-то в блока 2. Дальше стена, шкаф мы поставим потом. Короче, поняли. Так, тут получается у нас ширина 2, 3.
Как-то, наверное, будет так, и это будет у нас два блока, как мы с вами уже договаривались. Так, это где-то здесь. Я надеюсь, я не ошибся. Ну, как видите, видимо, нет. Хотя для меня это очень странно. Предлагаю выбрать. Выбрать, блин, о чем я говорю вообще? Я вот это вот только не понимаю. Типа, ну, не знаю. Ребят, мы делаем все пока что вот как есть. Так. Отошел. Так, ну, по мне так неплохо. Обустраивать все тут, шкаф ставить, все это будет потом. Так, получается, здесь тоже такие балки должны быть. О, стоп! Забор прозрачный, я этого не знал. Вау. Ну, это, допустим, придаст некую диковинку. Мне так кажется. Это прикольно довольно-таки. И, кстати, когда будем играть... Я не знаю, может быть, мы это даже столи будем делать. Играть, то есть. Возможно, будет что-то прикольненькое. И это даже нам поможет. Не знаю, вот просто примерно ставим... Здесь вот так. Ладно, короче, я думаю, вы все и так поняли. Я слишком много трендю, поэтому просто вот на убыстренке X4 смотрите. Приятного просмотра. Короче, ребят, смотрите, я все урезал, сделал, скажем так, все более эстетично, скажем так, чтобы все подходило по размерам. Я не знаю, о чем я вообще думал, когда это делал. Это просто жесть. Я два раза уже урезаю. Да. Серьезно, с одного удара. Изи. Ладно, короче, просто продолжайте смотреть. Происходит весь процесс.
Короче, ребята, вот что я сделал, показываю. Вот как вы поняли. Можно что-то положить сюда, как вы видите. Вы меня не видите, потому что, ну, как-то такое себе. Такая себе затея. Вот кресло, кресло. Офигеть. Вот я нашел здесь кресло, и как на него сесть? Я вот... Напишите в комментариях, потому что я понятия не имею. Это пианино изображение. И вот, я очень долго мучился над этим механизмом. Вот. Здесь типа дробовик и два патрона. Вот как раз-таки здесь находятся две стрелы. Ну, подожди, как это сделать? Блин, я сломал все. Капец. А, и как это? Ну, вы сами видите, что здесь такое происходит, что мне уже плохо, если честно. Ну, короче, каким-то образом здесь это можно забрать. И сейчас, подождите, мы делаем вот так, 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 и вот так. Все, короче, сделали как было, и закрываем. Все, нормально, нормально, нормально. Ребят, не надо тут мне это вякать, всякое такое. Ой, в этой серии я хочу сделать вообще... Блин, как тут настроение? И, кстати, на улице раннее утро. Кайф просто. Ой, музыка заиграла. Классно. Короче, что я хочу сделать в этой серии, я вам даже не сказала. Я хочу обустроить весь первый этаж. И скажем так, ребят, не обращайте внимания на то, что здесь происходит. Это у меня все неудачно получилось, это когда я урезал. Хотя, наверное, на этом я все-таки закончу. Что у нас получилось, вы сами видите. Это здесь спрятан механизм и вот эта комнатка. Там будет на второй этаж, ну вот все как-то это так выглядит. Я думаю, что на этом все-таки я закончу, потому что далее там нужно все обрезать, убирать, короче, все это очень трудно и тяжело, поэтому предлагаю вам подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий. И да, хотел вам сказать, новогоднего выпуска лучшее за 2020 год не будет, потому что, ну, во-первых, это все очень трудно. А во-вторых, я и так устаю, и осталось меньше месяца до Нового года, поэтому... Так, что-то залагал. Ну, короче, такой нюанс, то, что я, скорее всего, не успею. И если вы не мой подписчик и не посмотрели прошлое видео, конечно же, плейлист со всеми этими видосами есть. Но на этой версии нельзя ставить скины. Я понял вас, да. И вы меня, надеюсь, тоже поняли. Ну все, ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!